Привет, друзья, Сергей Коростелев. Сегодня наше с вами, как всегда, уже субботнее послание, лекция о Боге. Вы можете использовать это в своем бизнесе, жизни, социальной деятельности, да и вообще, в принципе, в каждом дне. Я стараюсь максимально говорить о Слове Божьем из Библии и делать это так, чтобы вы могли практически, да, не просто как-то теоретически, а практически внедрять это в свою жизнь. Вот здесь на канале мы говорим много о бизнесе, о Боге, о блогерстве, о различных спектрах жизни, которые вам могут помочь. Обязательно посмотрите наши подкасты, обязательно посмотрите наши новости, очень сильно рекомендую. Ну что ж, поехали. Сегодня у нас будет с вами такое новая рубрика, да, мы будем вообще брать одно всего место из Библии и максимально пытаться его раскрыть. Возможно, что даже читая это, вы, может быть, давно уже, да, церковный человек, читаете Библию, возможно, что даже читая это, вы не обращали на это внимания. И сегодня у нас будет притча, 30 глава, вот, но прежде я задам такой вопрос, да, многие из нас хотят добиться результата. И многие из нас хотят добиться сверхрезультата. Мы еще проводим христианские бизнес-клубы, которые называются «Бизнес по-честному». Они открыты сейчас больше, чем в 10 городах и в нескольких странах. И как раз на одном вот из последних клубов у нас целый месяц, да, шла такая тема, как достигать сверхрезультата, как не слиться, как не быть посредственностью. Вот. И ребята, да, они выдвигали разные ответы, да, я вот сейчас ради интереса прочитаю ответы людей, да, которые они дают как раз на тему того, а как вообще, ну, а как вообще не слиться, а как вообще как бы сделать так, чтобы не произошло, что вы не ушли по поводу результата. И чаще всего, да, как раз и есть разница в том, что большое количество людей, они в процессе сливаются, они в процессе, ну, не доходят до того момента, который есть. И вот я создал сборку ответов от предпринимателей с нашего тюменского, я в Тюмени живу, клуба «Бизнес по-честному», и они ответили на вопрос, что помогает вам не слиться? И вот ответы реальных людей, то есть сама цель, благодарность, вера в результат, поддержка близких, получение компетенции и скорость к результату. Кто-то сказал, не люблю проигрывать. Следующие сказали, делать действия, ведущие к балансу. Да, вот, то есть, чтобы балансировать свою жизнь, и это помогает не слиться, да, не уйти с пути. Молитву использую, помогает. Вижу боль. Хочу помочь решить проблему, да, вижу потребность, вижу боль, хочу помочь решить проблему, вовлекаюсь в это. Упущенные возможности, изначально поставить задачи и дедлайн, что я буду делать, да, распланировать. Облепить действия приятными моментами, да, процесс облепить приятными моментами и научиться фиксировать приятные моменты и победы. Маленькие победы, единомышленники, цена слова. Кто-то сказал, жена мотивирует, тоже очень смешно, да, кто говорит, что тебе помогает не слиться, жена мотивирует, трое детей, да, если вложил много, то уже не хочется сливаться, жаба задавит, если я вложила, кредиты не дают, кто-то говорит, и последний, да, это ответ на вопрос зачем, то есть мы разобрали основные темы, как делать свои результаты и что мотивирует. Но я сегодня хочу сказать со Слова Божьего из притчи 30 главы и прочитать нам с вами 30-31 стих. «Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев – силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел, и царь среди народа своего». Итак, и здесь мы видим, да, четыре различных характера, да, четыре различных примера и четыре различных
формата, про которые мы сегодня с вами будем говорить. Итак, первое, для того, чтобы вообще достичь сверхрезультата, да, нужно поставить большую цель. И для того, чтобы быть тем, кто ставит большую цель, нужно иметь характер льва. То есть, что такое характер льва? Характер льва – это храбрость. То есть, лев, он, написано, праведник смел, как лев. И нам, чтобы вообще добиваться сверхрезультата, нам с вами нужна сверхцель. А для того, чтобы достигать сверхцели, нужно вообще иметь смелость и храбрость в своем сердце, да, в своей жизни поставить эти цели. И поэтому, когда лев, написано, да, он идет силач, да, у него есть сила, у него есть храбрость, и он не посторонится ни перед кем. Почему? Потому что написано, ресталище бегут все, но не все получают награду. Так бегите же так, чтобы получить. И что есть в характере льва? Да? Он, несмотря на общественное мнение, несмотря на конкуренцию, несмотря на, возможно, какие-то палки, кто ему вдруг захочет поставить в колеса, да, несмотря на хейт, несмотря на какие-то прочие внешние факторы, он, написано, не посторонится ни перед кем. То есть он ставит большую цель и идет к ней. У него есть смелость, у него есть сила, у него есть энергия для этого, и он имеет вот такой характер. Поэтому нам с вами, да, опять же, да, Библия говорит, что праведник смел, как лев. Если у вас внутри есть праведность, что значит? Это значит, что вы понимаете, то, что вы делаете, это для вас является правдой. Вот. Очень здорово, если это еще совпадает с Божьей истиной, да, и вы тогда понимаете, что, к примеру, вы начинаете бизнес, да, и бизнес, это Бог положил на сердце, да, как инструмент для того, чтобы служить людям. И вы тогда не боитесь. Почему? Потому что вы знаете, что на вашей стороне правда. Помните всем известный фильм, да, с Данилой Бодровым, да, когда его спросили, послушай, а в чем сила, брат? Да? Кто-то говорил в деньгах, кто-то там еще в чем-то. И он ответил, да, сила в чем? В правде. Вот. И когда мы в правде, когда мы имеем это дерзновение внутри, тогда мы имеем возможность поставить сверхцель и идти к ней со всей смелостью, со всем дерзновением. Следующий характер, да, это характер коня. Ну, кто-то скажет сейчас, ну, Сергей, да, вот, подождите, мы еще до козла с вами не добрались, да. Вот. Итак, характер коня, что это значит? Это, конечно же, пахать. Да? Мы знаем, как бы, да, что конь, несмотря на то, что он очень свободолюбив, да, он очень энергичен, он очень мощный. Допустим, одна лошадь может вести тонну, да, а две лошади уже пять. Вот. Конь, он всегда обладает двумя главными особенностями. Первое, он пашет. И второе, кони, да, или лошади, они очень хорошо работают вместе. Там тройка лошадей, к примеру, да. Ну, то есть они обучаемы, они двигаются вместе. И по факту, да, мы должны иметь вот эту природу. И мы должны научиться пахать. Знаете, сейчас из каждого утюга там деньги пошлет вселенная. Я смотрел опять новые ролики, да, там все, что нужно, там это вот здесь иметь точку, да, там на... в треугольнике денег. Да много всякой ереси, всякой ерунды. Сейчас такая культура, что вот там все легко, деньги должны приходить легко и так далее. Послушайте, я сейчас не, конечно, не мой, моя мама и мой папа из Советского Союза, да, которые как бы надо пахать, надо трудиться, как бы, да, там и прочее. Нет, я вообще не про это. Но я говорю про то, что нужно адекватно и здорово впрягаться и пахать для того, чтобы получить сверхрезультат. Вот я многие годы работаю очень много. Почему? Очень часто я сделаю какие-то бизнесы, настрою их операционно, да, они работают уже без меня, и мне бы отдыхать на пляже, мне бы где-то там, ну, на берегу моря, может быть, сидеть с удочкой, да, вот. Но нет, я делаю какие-то новые проекты всегда. Я себе ставлю новые вызовы и прочее. Почему? Потому что у меня большая цель, потому что я хочу сверхрезультата, потому что я хочу двигаться таким образом, чтобы у меня в итоге, как бы, да, была не просто заплачена большая цена, но чтобы я еще и получил большой результат, достиг большой победы. Мне интересно выигрывать великие битвы, великие сражения. Мне интересно оставлять после себя большой плод и так далее, и так далее, и так далее. И я за это готов платить цену. И одна из этих
одна из этих цен, да, одна из этих стоимостей – это пахать, это быть как бы как конь, да, впрягаться. И когда я слышу, знаете, что люди говорят там, да нет, там, ну да, нужно работать один там деньги в легкости и так далее. Ну, я очень часто улыбаюсь. Конечно, так можно жить, но так жить вообще неинтересно. То есть, и я не говорю про то, что нужно работать круглые сутки, я отдыхать умею, да, конь он там может и отдохнуть, может и просто по полю побегать, да, и прочее. Но нам нужно иметь, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, нам нужно иметь вот эту способность коня быть выносливым, быть тем, кто везет еще кого-то на себе, да, вот, то есть таким, знаете, энергичным, да, потому что вот мы недавно были на скачках, да, я смотрел просто на лошадей, они такие красивые. Быть красивым, да, быть очень и очень таким дружелюбным к людям, вот, и уметь еще работать в команде, уметь еще работать в упряжке, как бы, да, с другими людьми. Третье, что нам нужно для того, чтобы делать сверхрезультат, это иметь природу козла, да. Вы скажете, ну все, началось как бы, да, тут козлавина своя. Ну посмотрите, в каждом персонаже можно найти плюсы и минусы. Понятно, что у козла очень много минусов, да. Но давайте возьмем у него самое лучшее. Ну да, там в одном переводе написано козел, в другом переводе написано баран, да, вот. Но давайте возьмем самое лучшее качество. Как вы думаете, какое самое лучшее качество у барана или у козла? Конечно же, упрямство. Конечно же, упорство. Вот. Понятно, что бараны это используют, да, как баран на новые ворота, да, есть такое, знаете, то есть на какие-то вроде моменты, что два барана встречаются, да, и если, допустим, встречаются бараны и овечка, овечка ложится, и он проходит, да, уступает ему дорогу. А если два барана, бывает, встретятся, они дорогу не уступят. Но я не про негативный пример. Я про упорство. Даже не про упрямство, да, а про упорство. То есть, когда мы начинаем фокусироваться, когда мы упертые, когда мы ставим перед собой цель, как бы идем к ней, когда у нас есть, опять же, вот это дерзновение, да, вот, когда мы сочетаем в себе природу и льва, и коня, и как бы, да, барана или козла. То есть у нас есть упорство, у нас есть стремление к достижению целей, у нас есть вот эта вот, ну знаете, как бы особенность, да, когда другие сдаются, мы с вами не сдаемся. Когда другие отступают, мы с вами не отступаем. Когда другие, там, я не знаю, убегают, как бы мы стоим до конца, да, и вот Библия также говорит, где мне взять того человека, который встанет в проломе за эту стену, да, где мне взять такого партнера, где мне взять, да, такого человека в свою команду, как мне самому стать таким тем человеком, который встанет в проломе, который будет упорно отстаивать. Мне очень нравится подход Мартина Лютера, да, вот, когда, помните, он сказал, на том стою и не могу иначе. И да поможет мне Бог. Вот это вот есть природа упорства. Да? У даже некого упрямства в хорошем смысле этого слова. То есть, опять же, упрямый, да, это от слова прямой. Да? То есть, когда ты идешь одним определенным путем, вот, и не сходишь с него. И если говорить в рамках позитивного, если говорить в рамках того, как добиваться сверхрезультата, то, конечно, природа вот этого барана или козла, она нам очень сильно помогает. И уже потом, смотрите, царем среди народа своего. Это тоже очень важный момент, что сначала нужно стать львом, потом нужно пахать, потом нужно платить цену, да, и быть упорным в каких-то моментах. И только потом ты становишься царем. Многие люди, они начинают бизнес, служение, они сразу хотят быть царями. И они думают, что а что цари ничего не делают, да, царю все служат. Вот. Но библейский царь, он не такой. Царь среди народа своего, то есть царь, который находится в народе, царь, который как бы находится в гембе, царь, который служит людям. Таким был наш с вами Господь Иисус Христос. То есть до того момента, пока он не воскрес, да, вот, и не оказался перед этим на кресте, что было? Он был всегда с людьми, он был всегда в народе, он всегда кому-то служил, он за кого-то молился, кому-то проповедовал, кому-то говорил о Царстве Небесном. И то же самое мы с вами. То есть, если мы хотим добиваться сверхрезультатов, нам нужно иметь природу царя. А кто такой царь? Царь – это слуга народу.
И в то же время нам нужно быть среди людей, нам нужно быть в командах, нам нужно быть всегда с теми, с кем мы делаем большие проекты. Почему? Потому что большие проекты, какие-то большие служения, большие бизнесы, компании, еще что-то, не сделают без людей никак. И поэтому, если вы хотите отпочковаться, оттождествиться от людей, да, уйти куда-то на гору, да, как в свое время Моисей, да, там, но он всего на 40 дней уходил, но он потом опять обратно возвращался в народ. Это очень важно, быть в гэмбе, быть в народе. Поэтому, друзья, сегодня очень простое послание. Если ты хочешь добиваться сверхрезультата, тебе нужно иметь природу льва, быть смелым, быть тем, кто не посторонится ни перед кем. Тебе нужно иметь природу коня, его силу, его энергию, его способность трудиться и пахать. Тебе нужно иметь природу козла, да, его упорство в достижении целей. И дальше тебе нужно быть царем, да, который служит людям и который находится посреди своего народа. В принципе, все. С вами был Сергей Коростелев. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Я думаю, что я вам был очень полезен. Слава Богу за каждого из нас. Аминь. Друзья, я хочу пригласить вас на программу «Мышление царства». Это моя авторская программа, в которой я собрал весь свой опыт в бизнесе, служении и финансах. Основная ее задача – переключить ваше мышление с состояния убытка и стагнации в состояние роста и изобилия. Пройдя эту программу, вы научитесь разбираться в финансах и вырастите в доходе, найдете рычаги для роста и масштабирования, разберетесь со своим призванием, миссией и служением. Эта программа не только для предпринимателей, она подойдет тем, кто работает в найме и самозанятым, а также она идеально подойдет для лидеров и служителей церкви. Более 1000 людей прошли наше обучение и кратно выросли в доходе, нашли свое призвание и умножили в бизнесе, подарить вам доступ к одному из уроков мышления царства. Посмотрите его, и тогда